Всем привет! Сегодня у нас две посылки из магазина JD. Давайте распакуем и посмотрим, что внутри. Как всегда, все интересно запаковано, замотано в пупырку. Отличный пакет у них. Вот. И вот такие вот замочки пришли. И что у нас второе? А второе это закос на Xiaomi-шные лампы. Вот, Born to Have. Я думал, будут оригинальные Xiaomi, по 50 центов были на JD. Вот, прислали не оригинал. Хотя на картинках все было Xiaomi. Но это не оригинал, ну, конечно, сплошной обман. Вот, JD. В этот раз я расстроен, тебе две вот такие вот штуки. Ну, сейчас проверим, работает или нет. Давайте тогда посмотрим первым замочек. Вот, я очень расстроен, тут смотреть нечего, без кнопки. Вот, на картинках товара магазина это был фонарик Xiaomi-шный. На самом деле это вот такая вот фиготень. Сразу уже лопнул. Ладно, давайте посмотрим замочек. Замочек открывается. И все. Ну, щель есть. То есть, если тонкое что-то вставить, можно вставить. То есть, допустим, вот он открывается полностью. И если заблокировать его, да, изменить пароль. Пароль, я думаю, меняется, да, нажатием на вот эту кнопку. То есть, мы в разблокированном состоянии нажимаем на эту кнопку, выбираем, фиксируем, какой пароль нам нужен, отжимаем ее и потом сбрасываем. Все, и будет установлен такой пароль. То есть, вот, в принципе, металл неплохой, вот, но замочек вот здесь вот получается, щель. То есть, если тонкое что-то, ну, допустим, на повесить на сумку, то сумку можно продеть. Но вот кабель, наверное, не проденется. Вот. Ну, щель есть, давайте второй посмотрим. Замочки прикольные, можно использовать там на походную сумку. Да, такая небольшая щель. Вот. Такие вот прикольные замочки, интересные. Вот. Ну и давайте проверим фонарики. Ну тут ни кнопки, ничего, светит он не очень ярко, то есть у оригинального Xiaomi фонаря идет 5 режимов яркости, ну здесь он на пятом режиме, он аж слепит просто глаза, тут так немножко подсвечивать, ну на клавиатуру в принципе подсветить там что-нибудь в принципе, ну, достаточно будет, но все-таки не то, что хотелось бы. Вот, Xiaomi-шные можно купить за доллар. Ну, обычно там средняя цена там 2 доллара. То есть, $1.99. Это можно свободно вообще без напряга их купить. Отличные фонарики. Но часто бывают акции по 1 доллару. Вот этот, кстати, ярче горит. И немножко он другого цвета. Этот такой темно-синий, этот светло-синий. Давайте свет выключу и посмотрим так. Вот, и он ярче горит, чем этот. Ну, в любом случае, это не то, что на фотографиях у них. Там на фотографиях прям с кнопкой Xiaomi. То есть, ну, видно, что это у Xiaomi. Тут, конечно, это все подделка вот обычная. Поэтому, ну, напишем им, посмотрим, что они ответят. Вот, на этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!